Привет, ребята, меня зовут Антон, мы продолжаем играть за Bandicoot Fuzzic Rebirth. И на этот раз у нас будет модификация под названием Марио, в которой, в принципе, игрушка была изменена процентов на 80-85. Что в ней нового? Ну, персонажи, конечно же, это стандартный Марио, принцесса, его друг Марио, конечно же, Луиджи, гад, какой-то гад просто, панк, космический Марио, свинопас Баузер, грибок тот, ну, остальные персонажи классические там... Зазель, Лазарус и Эдин. У Марио, в принципе... Оки-доки. У Марио, в принципе, характеристики, ну, почти что как у Азика, только чуть повышенные. Изначально у нас есть книжка прыжка. И... штука, которая, не помню, то ли нам урон повышает, то ли что-то еще. Так, слушайте, вот это мило. То есть, нам сейчас нужны банально сердечки. Автомат с кровью, это хорошо, особенно в самом начале. Так, ну, половина сердечка у нас есть. Конечно же, не совсем приятно вместе. О, вот в самом начале, в самом начале. Да и вообще дальше. Штука нереально полезная. Давайте мы сразу же используем. Магия. Так, у нас слезы теперь могут быть магическими, то есть самонаводящимися. И, как я понял, нам не шибко хватит с вами возможности зарядить все, что нам нужно. Рак. Рак, он нам скорострельность увеличивает. Только что-то как-то в The Bandicoot Fuzzic Rebirth не очень-то заметно. Вот в оригинальном Азике, конечно, да, там скорострельность становилась просто дикая. После того, как мы этот тринкет подбирали. Но ничего, нормально. Ни хрена себе. Бомбануло так бомбануло. Знаете, как мы сделаем? Мы вот здесь поставим бомбу, тут сюда отойдем. Потому что реально опасно очень. Так. И знаете, предлагаю еще тут попробовать, потому что там у нас синий камушек. Да, вот он. Все, точно пойдем в автомат с кровью. Кстати, вот этот вот хрустальный шар, он, по-моему, дает возможность получить синенькое сердечко вместо карты. И всегда открывает нам карту базовую. Так, левая рука. Нет. Нет, мы лучше рак будем с собой таскать, потому что тринкет более полезный. А левая рука, она, если не ошибаюсь, заменяет все золотые сундуки на красные. И у нас есть полтора сердечка в запасе. Окей. Давайте тогда попробуем. Слушайте, может мы даже в магазин сможем зайти. Так, прекрасно, в магазин мы уже можем зайти, да? Так, что у нас тут? Опа-на. Братик. Братик, это хорошо, слушай. Так, пойдем тогда сейчас, знаете, как мы сейчас сходим к боссу. Завалим его. Правда, я не знаю, что этот братик дает. Каменный братик. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Так, секундочку. Немножечко отвлекся. Так, давай-ка сердечко сюда. Сюда. И сейчас тогда мы, знаете, как сделаем? Мы завалим босса. Окей. Не, серьезно. Так, карту давайте применим. Фигли. Пускай будут травматические слезы. Нет, какая-то реально наркомания сейчас идет. Просто невыносимая. Окей. Какашки. Благо, чтобы из этих какашек чем-то вываливалось полезно. Так. Revenge Fly. То есть атакующая муха. Причем не просто атакующая, а дерзкая, дерзкая атакующая муха. Так, у нас, значит, есть одно сердечко в запасе. Синенькое сердечко у нас есть. И шар, который мы еще не полностью зарядили. Хорошо, давайте мы тогда сейчас просадим. Опа-на. Шикарно, слушай. Так, ну что, попробуем. Карта. Так, по-моему, клапс, бомба. Да, и коли на то пошло, давайте здесь тоже подзорвем. Нет, кроме моба, ничего мы с вами не открыли полезного здесь. Ну ничего. Не суть как важно. Жалко, ключей нет у нас тут действительно фигово. В принципе, достаточно успешно, удачно мы начали с вами. Так, нет, в зубастую комнату не пойду, потому что у нас синенькое сердечко тогда отнимут. Лучше сначала тогда, скажем так, натурально потратить его, а потом уже заходить туда. Ох ты, пух ты, снова здорово. Так, ну чё, тогда бомбу однозначно сюда поставим. Сюда поставим.
Понятно. Здесь не так круто все. Здесь все не так круто оказалось, как в предыдущий раз. Не надо, спамить нехорошо. Па-па-па-па. Лондонское такси. Какашки здесь такие милые стали, слушайте. Просто невыносимо милые какашки. Так, и нам дали синенькие сердечки. Прекрасные, красненькое дали. Давайте мы тогда их возьмем. Что я могу сказать тогда? Прекрасно. Давай. Давай сходим. Так, значит, тут. Тут у нас зато у нас все как положено. Что, будем играть тогда? В этот автомат. Давай апгрейды. Корми нас апгрейдами, товарищ. Ага, сейчас. Сейчас. Да уж. Игрушка у меня, походу, перемешалась так конкретно с север модом. Получилась такая, этакая сборная солянка. Понятно, покоцать успели. Немножко невнимательно я, короче, среагировал, да? Ага, ключей-то у нас нет, нихера. Так, но у нас есть возможность. Хотя какая там возможность-то? Мы только в секретную комнату можем попасть. Куча-куча монеток, одевать их нам некуда. Ну, зашибись. Не золотая комната тебе, не магазин. Нам очень нужен ключ. Блин, еще как назло синенький камень, который желтеньким стал камнем теперь. И ни одна дрянь паскудная не даст ключей. И да даже если сейчас дадут, мы его взять не сможем. Тут у нас бомбы нету нифига. Так, ну это монстра. Монстра, здравствуй. Апа-па-па-па-па-па-па. Так, муха у нас, по-моему, не рыпается ровно до тех пор, пока мы не получаем урон. Только потом она начинает уже неистово атаковать противника любого. Неважно какого именно, просто атакует и все. Досвидос. Так, сделка с сатаной. В которой у нас призрачный ребеночек. Нет, на него сердцем нереально жалко тратить вообще. Что получается, мы пропустили один магазин. Но, понимаете, магазин это еще не гарант того, что обязательно мы какую-нибудь там вещь крутую возьмем. А вот золотая комната, да, это фейл. Это полный фейл. Ключи на мой как нужны. Ну, запомним, что здесь боевая комната есть на тот случай, если придется реально где-нибудь ключи искать. Так, и желтый камушек. Буду звать его теперь, привыкать. Назвать его желтым камушком. Просто будем знать. Так, летающие задницы. Ну или пупки. Пупки их. Пупки, паровозики, тут целый альянс. Ох ты, падла такая. Прекрасно. Муха нам дерзко-дерзко помогла. А что за карта? Сила. Вот ее можно уже до босса приберечь. Так, что ж. Давайте мы тогда с самого начала пойдем искать ключи. Ага, то ли спиритическая доска, то ли что-то такое. Не шибко понял. Вот, сердечко, запомним. У нас, по-моему, аркады здесь все равно нету. Так, это у нас скелетоны. Скелетоны. Так, и снова золотая комната, и снова у нас нету ключей, ни хрена. И магазин. Так, нам срочно нужны бомбы. Ключи. И вообще все-все-все самое полезное. Но при этом в боевую комнату мы не пойдем. Мы к ней чуть позже заглянем, если совсем на карте не откроем нигде ничего. Нет, здесь нам делать нечего. А... Почему здесь ключ? Здесь есть ключ уже. Что за... Засранец дерьмовый. Вот так вот. А, опасные пауки, но одного мы уже вынес. О, спасибо. Так, значит... Золотую комнату мы теперь можем попасть, 100%. Теперь давайте будем магазин искать. Теперь будем искать уже непосредственно магазин. На магазин ключик. Немножко заговорился. Так, бомба. Бомба на секретную комнату. И, соответственно, ключик у нас на золотую. Прекрасно, будем надеяться. Ну, у нас еще, подождите, у нас еще боевая комната осталась. И желтые камни. Так, понятно. Тролль-бомба нам помогла сейчас.
Частично, конечно, но помогла. Это хорошо. Разработчики сказали, что они полностью хотят заменить игру. То есть сейчас все-таки некоторые монстры, локации остались прежними. Они все это дело поправят. И вообще, на самом деле, на данный момент модификация получилась очень резвая. И главное, что прикольно со своей стилистикой. Так, здрасте. Червячки, которые стали черепашками. Больше здоровья, офигенно. Мы сюда не зря зашли, по-любому. Так, отлично. Ну, что у нас здесь? Скажите, что мы не зря потратили целую бомбу. Больше удачи. И еще больше здоровья. Так. А вот теперь мы немножко потратили, конечно, здоровье. Но ничего, ничего, не суть, как важно. Золотая комната, привет. Что это? То есть у нас теперь выстрелы сначала идут очень огромные, потом они уменьшаются постепенно. То есть это как бы эффект Полифимуса, только немножечко искаженный. Ну хорошо. Приятно, так скажу. Приятно, что получается. У нас урон теперь уже чуть ли не максимальный. И да, Марио уже не тот. Абсолютно не тот. Окей. Так, ну что, значит, бомб у нас больше нету, чтобы можно было открыть, ну как открыть, взорвать желтые камушки. Ничего так больше нету крутого, поэтому просто тупо продвигаемся дальше. Опять как всегда, магазин мы не открываем. А потом, знаете, вот попомните мои слова, когда мы сможем открыть магазин, у нас появится жадность. Так, иди ты взад. Не-не-не-не-не-не, не надо. Еще у нас слезы, по-моему, защищают от выстрелов, да? Хорошо так причем. Так, больше... Ух ты, елопала. Так, вот эта штука, она дает гарантированную сделку с сатаной на каждом этаже. Но она нам не нужна, потому что ее можно получить просто так. А у нас есть одна бомба. Бомба. Давайте мы ее сюда используем. Неплохо. Ну, теперь наши слезы просто шикарные, скажу честно. И уже можно положиться на них, так сказать. Кейвс? Музыка офигительная, да? Так, спасибо. Эх, о, шмаляем. Шмаляем знатно, скажу честно. Да, вот эти все их фиговины не попадают по нам. Так, пока что в зубастую комнату мы не пойдем, пока у нас синенькие сердечки есть. Ну, сами понимаете, смысл какой. Смысла никакого. Так, вот начали ключи давать активно. Сюда. Автомат с кровью, да. Однозначно. Только нам сердечки нужны. Давайте мы убедимся сначала, что можем набрать достойное количество сердечек. О, до свидания. О, какие у нас классные слезы, а. Ребят, просто шикарные. О, прелесть. Бомбы дают теперь ключи активно. Ой-ой-ой, как я так глупо нарвался, слушайте. Вылезай, гребаная черепашка. Ключ. Ключ — это хорошо. Давай. Ну, муха, да. Муха за нас справилась. Так, спасибо за еще одно синенькое сердечко. Да, до свидос. Да, теперь у нас одно сердечко есть, замечательно. О, попрошайка. Давай. Давай мы в тебя вложимся. Только, пожалуйста, не надо бомбу. Бомбу не надо. Он любит иногда бомбу выпускать прям под себя. Уже сколько раз такое было. А это совсем не круто. А это совсем нехорошо. Сердечко, так, отлично. Ну. Да, слушайте, под себя выпустил бомбу. Гаденыш такой. Слушай, ну хорош картами нас кормить уже. Давай уже рожай какой-нибудь предмет.
О, HP up. Шикарно вообще. Звезды. Звезды в золотую комнату. Опа-на. Так, слезы Айзека. Не, знаете что? Конечно, это хорошо, слезы Айзека, но кристальный шар это как-то, по-моему, поуспешнее. Поуспешнее, поудачнее. Так, значит, в магазине у нас что? Батарейка. Прекрасно. Это уже очень хорошо. Здесь. Здесь у нас ничего. Так, и у нас есть сердечко. Да, мы возьмем. И надо еще найти одну монетку. Еще одну монетку найти. А, банально. Банально для того, чтобы приобрести потом красное сердечко. То есть у нас два сердечка красных есть точно. Так. Что? Офигеть. Зачем я эту дрянь взял? Проклятые слезы. То есть у нас типа... Па-па-па-па. Ну, хорошо, ладно. Будем тогда играть в этот автомат. Давай. До половинки красного сердечка. Вот, ништяк. Апгрейд получили вовремя. Это радует. Это очень радует. Кстати, теперь лучше взрывать эти синенькие штуки, потому что есть вероятность получить таблеточку на HP up. Balls of Steel. Вовремя. Синенькие сердечки нам точно нужны тоже. Так, и у нас, по-моему, еще один автомат с кровью есть, да? Да, у нас еще есть один автомат с кровью, в котором мы еще получим апгрейд. Окей. Так, что это? Магия, ерунда, сила, Хермит, секретную комнату телепортирует, Джаджмент, попрошайка. А давай мы в тебя вложимся. А вось ты нам чем-нибудь дашь полезное. Он тоже может. Так, это еще что? Рога Лазаруса. Ну ладно. Хермит и сила. Давайте мы с тобой Хермит возьмем. И на следующем этаже, наверное, применим. Давай сюда сердечко, спасибо. Ну, знаете как, не зря. Не зря. Все равно как синенькое сердечко потратили, синенькое сердечко вернули. Ау. Конечно, у нас теперь скорострельность, она, ну, фактически мы набираем, да, выстрел, но у нас выстреливает сразу, сколько там, вот так, то есть на ходу, не знаю, много-много, по 5 выстрелов точно шпарит за раз. Прекрасно. А-па-па. Не, что-нибудь с этим можно будет сделать, я уверен, это хорошо. Ух ты, подонок такой. Не надо, да. Ой, вот нам мух сейчас помогает очень. Готов. Чё у нас там? Больше слез. Вот, слушай, теперь... Вот теперь шикарно. Теперь можно стрелять просто великолепно. И у нас урон почти максимальный. Ну, по крайней мере, на индикаторах. Так, ничего не пропустили? Ага, зубастая комната. Я думаю, что мы с вами пропустили, а? А мы с вами в зубастой комнате еще не успели побывать. Давайте же мы туда сходим, потому что есть вероятность получить там какую-нибудь, блин, какую-нибудь вещь полезную. И можно потом еще к автомату предсказаний подойти и получить там синенькие сердечки или какой-нибудь тринкет еще. Нет, хотя нет, тринкет мы с вами брать не будем. Не зря пришли. Нам дали еще одно... дополнительную жизнь, которая в комбинации с предыдущими рогами Лазаруса что-то может дать нам полезное. Я не знаю, чего именно, но что-то может. Так, нет, определенно надо сыграть в этот автомат. Карта. Help me, Марио, спаси меня, Марио. То есть даже этот поменяли, да, надписи. Так, картридж. Я не помню, честно. Я помню, что эта штука полезная, но что она дает конкретно, не могу сказать. Черед!
черед. Давайте мы черед с собой возьмем. У нас кристалл открывает карту, поэтому мы все равно узнаем, где у нас находится секретная комната. А вот черед нам поможет в следующем автомате с кровью не получать урон какое-то время. Замечательно. Неплохо так мы с вами уже затарились. Всем самым полезным. О, хорош. Так, вылезай. Ух ты, гадство. Да-да-да, я так и понял, что это будет именно таким образом все функционировать. Так, в следующей комнате. Нет, не совсем в этой. Хорошо. Будем помнить, что у нас здесь автомат есть, который нам может пригодиться. Угу. Оу! Эй-эй-эй-эй-эй! Вот. Гаденыш! Я что, за тобой бегать теперь буду, что ли? Не надо так. А позволяет быстрее заряжать предметы. Нет, мы как-то откажемся от этой вещи. Все. Открываем карту. Что получается? Получается много чего веселого. Фух, да, опасное было помещение, скажу честно. И как я только что не попал на эту дрянь? Стой. Вот. Так, можно еще вот так вот стрелять тоже, в принципе. Это у нас мамина нога, которая рандомно падает. Лучше не использовать лишний раз. Нафиг не надо. Обратите внимание на музыку. Она, по-моему, просто шикарна в данной модификации. Очень-очень прикольная. Так, отличненько. Больше удачи. Не помешает уж точно. Скажу честно. На. А, это простая бомба, взрывоопасная. Как-нибудь без нее обойдемся, правда же ведь? Секретная комната, скажи, что там? Что там ты в себе таишь? Ключи ты в себе таишь, да? Прекрасно. Немножечко отвлекся. Так, Херофант. Он нам дает синенькие сердечки, но у нас сейчас и так как бы сердечек достаточно, вполне. Пупки, идите вы в попу. Вообще-то не пупки, на самом деле, это анусы. Но говорить анусы, идите в попу, это как минимум странно и нелогично, согласитесь. Так, вот тем более хорошо, что мы Херофанта взяли. Опа-на, здорово. Чё-то я не сразу заметил, он так лихо в углу спрятался. Дьявольский попрошайка. Пилюля. Гемостазис. Откажемся. Range down. Так. Balls of Steel, который нам сейчас как бы тоже. Так, знаете что? Мы Херофант активируем. Все, и будем с собой Balls of Steel таскать. Будем знать, что у нас много-много сердец. Синеньких есть. Которые нам реально понадобятся. Идите вы в попу. То есть за нашими... А, нет, все-таки пробивается за нашими слезами. Слушайте, вот я понял, что у нас за батарейка. Помните, мы батарейку взяли, да? Она у нас накапливает дополнительный заряд. То есть не только он у нас одинарный, а еще дополнительный. Дальше идет, может быть, потом несколько раз накопительно использовать эффект. Да, мы подзорвем. Конечно, скорее всего, там будет синенькое сердечко. Да. Пускай лежит. Получается, у нас на уровне 3 синих сердца. Что хорошо. Вполне так. И мне сейчас приходится очень... Так. Как я понял, у нас эффект телепорта стоит. Какая вещь у нас этот эффект дает? Напишите мне в комментариях, какая вещь. По-моему, это рок Лазаруса нас телепортирует. Нет? Мы урон получаем, и нас телепортирует. Я, честно говоря, не знаю. Причем как-то все это дико рандомно происходит. Не совсем понятно. Ты тут не заблудился? Это по-моему, пижамы. Это, по-моему, эти пижамы, да. Вот именно они. Ну, по-прежнему сердечко у нас до хера с вами.
Так, ну да, золотая комната, ну куда же без нее? Держи. Ой-ой-ой. Немножко туда стрелял. Ха-ха-ха, хитрый. Хитрый, думаешь, да? Конус урон. Урон у нас почти максимальный. Счастливая какашка, нет. Одну бомбу меняем на три. Вполне, по-моему, разумный выбор. И у нас тут сразу несколько вещей. Причем одна из вещей, которая нам дает половинку белого сердца. Стабильно причем. Так. Ох ты ж, блин. У нас теперь слезы какие-то немножечко странные стали, да? Взрываем обязательно. Мы сюда вернемся. А хотя что вернемся-то? Давайте используем. Кстати говоря, зачем возвращаться потом, когда можно сейчас просто пойти тупо в следующую комнату, которая, скорее всего, будет боевой. Да. Отлично вообще. Па-бам! И батарейки. У нас здесь есть Balls of Steel, который нам на самом деле никак ничего не даст. Тут у нас тоже будет синенькое сердечко, да, которое нам некуда засунуть. Что получается? У нас всего в избытке. Мы еще только в магазине не были. Ну давайте зайдем в магазин тогда. Так, все эффекты пилюль положительные. Да, однозначно. Лемон Парти нет. Уж уговорим себя отказаться. И знаете что? Давайте-ка мы с вами вот так вот сделаем. Зарядим ее. Великолепно. Теперь, если мы не получим урон, то мы, соответственно, сможем полностью себе весь индикатор забить красными сердцами, что очень даже выгодно. Именно так и надо поступать. Да уж, и не припомню момента, когда на уровне у нас бы валялось столько синих сердец. Ненужных причем. Гиш. То есть нам могут дать гиша. Так, двойной босс это дико. Это дико-дико неудобно. Ау-ау-ау-ау-ау, осторожно. Опасны, ребята. Один из них все, вынесен. Что? Твою мать. Ну хорошо, у нас есть синенькое сердечко. Так что нормально сойдет. Теперь заново. Не зря мы сердца тут оставили на уровне. Блин, я офигеваю, ребят. Такого безобразия. То есть нам теперь нужно как-то этих тварей уничтожить, не получив урон при этом. И лучше как-то аккуратненько разобраться с ними. По-хорошему. Да как так-то, блин? Тварь. Вот тварь-то паскудная, ёлы-палы. Что же это за говно такое, которое он так вот дико нас телепортирует постоянно. Так, еще супер секретная комната. Да. Нет, честно, ну Лемон Парти, хорошо, давайте мы воспользуемся Лемон Парти, потом вернемся тогда. Просто банально, тупо вернемся за Balls of Steel. Да, пускай будет именно так. Да, вот, хорошо. Подонки такие, как вы меня достали, а? Иди отсюда, гуляй. Little Gish, маленький Gish. Хорошо. Так, значит, карта с дьяволом, это не совсем то, что надо. Я не знаю, что... А, Gish, он стреляет дополнительно вместе с нами, да? Что, давайте мы вот так вот сделаем. Просто по приколу. И вернемся за Balls of Steel. Да, точно не помешает, друзья, это, уверяю. А то мы как-то прощелкали. То, что нас будет телепортировать по 100 раз. Все прекрасно. Нет, ну вообще статистика меня радует у персонажа. Она отличная, мягко говоря, да? Но, в общем и целом, конечно, с этой телепортацией, думаю, будет тот еще геморрой. Особенно на боссах. На сложных боссах. Ух ты, какой яркий уровень. Что тут?
синенькие сердечки, которые нам придется скрыть по-любому. Иначе что, давайте мы сразу откроем карту, все. Ох ты, сколько здесь всего, мать вашу за ногу. Так, бомба. Теперь мы просто обязаны здесь применить бомбу. Сердца эти девать некуда. Доигрались, называется. Ну хорошо. Так, тогда не будем в каждую комнату заходить, наверное, или будем. Или все-таки будем дерзко всех уничтожать направо и налево. Да, наверное, надо. Утю-тю-тю-тю, осторожно. Троллированная бомба. Нехорошая троллированная бомба. Не надо так. У нас слезы теперь замедляют. Ой, блин, чё же я врезался-то не туда, куда надо? Нет, слушайтесь фразу. Врезался не туда, куда надо. Как будто есть такие места, куда надо врезаться. Ну, зашибись. Блин, что это за вещь такая, которая нас телепортирует? Чтобы я просто на будущее знал, что ее не надо подбирать ни в коем случае. А, прекрасно. Причем телепортирует ее? Я так и не понял. Постоянно при получении урона или как-то случайно? Потому что иногда мы получаем урон, нас все-таки не телепортирует. Фигня какая-то. О, еще и мамаша тут. Так, сколько здесь рук? Все, по-моему, все руки мы уничтожили. Готово. Даже черненькое сердечко нельзя подобрать теперь, да? Херово. Че могу сказать? Ну ничего, ничего. Сдвоенная бомба, спасибо. Ох, сложно все это, очень сложно, но круто. Признаться честно, круто. Что здесь? Жадность. Давненько у нас жадности не было. Со скидкой еще, да? Это у нас вообще какой уровень идет? Некрополис второй. Если я правильно понял, сейчас будет мамочка. То есть нам-то скидка нахер не уперлась. Толку от нее никакого не будет. Мы какашку грубо толкнули на шипы. Дерзко очень, да? Так, и мы с собой зачем-то карту еще таскаем Balls of Steel, которая совершенно нам не нужна. Нафиг причем. Хорошо, здесь что? Я не знаю, что эта штука дает. Ай, давай. Еще раз. Нет, я думал, карту дадут. Какую-нибудь карточку полезную. То, что Balls of Steel нам не нужен. Можно даже так взять, применить. Тупо толку никакого. У нас все равно уже весь индикатор забит сердцами. Ну ладно. В зубастой комнате мы уже были, конечно же. Ай-яй-яй-яй-яй, мама мия. Да мать вашу, да вы достали. Я херею просто, друзья. Опасная комната. Много-много злых рук. Ой, жесть. Так, ну чё, секретная комната. Давай. Что? Как так? Вот теперь другое дело. Знаете, что мы из нее пробьемся сразу в золотую? Какашка. По-моему, бездарный херь. Надо так пернуть тупо. И все. На больше ее не хватит. Да уж, блин. Вот что нам теперь делать-то? Что нам теперь делать с этой хренью, которая нас телепортирует постоянно? Я не знаю. У меня даже нету мыслей, банально. Не, я теперь пройду ту комнату просто из принципа. И нам бы скорость. Нам бы скорость. Так, до свидания. До свидос. Не подходи к нам. Поганая маска. Давай. Бомба. Нет, синенькое сердечко дала. Гнида такая. Ну хорошо, ладно. Я не против. И нам срочно нужна скорость. И больше скорости. В магазине мы уже были, да? Там жадность у нас была. Точно. В магазине нам делать нехера. Ладно. Тогда в таком случае пойдем к боссу, к мамочке. Вот это сейчас будет, конечно, смех и панорама. С постоянной телепортацией туда-сюда.
Так, паучков не надо. Ау-ау-ау. Достаточно один раз по нам попасть. И все. И трындец. И надо будет заново ее проходить. Тупо откинет назад и все. Ай-яй-яй. Опасно. Полароид, спасибо. Фух, идем дальше. Да уж. Ну чё? Джокер, давай. Два сердца, давай. Крэмпуса открыли, который у нас может быть. Так, у нас теперь здоровье просто... Ой, здоровье. Атаку... Что? У нас все черные сердца, зачем я эту дрянь взял? Нам будет очень сложно, друзья. Нам будет очень сложно. У нас скорость стала больше. Да уж. Так, это, по-моему, Balls of Steel. Да, это Balls of Steel. Сразу же применим, кстати. Идите гуляйте отсюда нахер. Так, что там в секретной комнате? Кстати, через нее можно срезать путь, что мы сделаем. В нашем случае это идеальный вариант. Так, ну эту комнату мы уже с вами встречали. Так, давайте пробиваться будем. И да. Не получили даже. Не получили даже ни хера ничего. Так, у нас есть карта, которая какашки производит. Что здесь? Деньги — это сила. Чем больше денег, тем больше силы. Вроде. Да. У нас теперь вообще... У нас теперь просто дикое-дикое количество урона наносит слезы. Уже, наверное, ушло далеко за полоску. Ой, чуть не пошел туда, куда не надо. Блин. Придется, конечно, бомбы теперь тут потратить. Так знатно причем. Но ничего. Нормалек. Справимся. Свидания. А карта, которая какашки производит, нам пригодится очень сильно. А-а-а! Гнида такая. Сволочь. Да иди давай, до свидания. Так, много-много. Сплошные какашки. Что ж за хрень-то такая? Знаете что? Давайте просто по приколу попробуем. А эта гнида, она все равно летает, блин. Мы себе же хуже сделали. Мы себе же сделали хуже, друзья. Это ж надо было так, а? Так, ладно. Сейчас теперь метелку осталось уничтожить. Отлично. По-моему, это кусок мяса на... Ёлопало. Сделка с сатаной, в которой мы уже были. Которая ни о чем. Не будем уж использовать, потому что не самый лучший вариант. Так, а вот бомбы можно здесь попробовать использовать. Рассчитывать на таблетку. Так, тут ничего полезного. Ну давай, таблеточек, пожалуйста. Вообще никак. Хорошо, все, идем дальше. Опа-на. Аркада. У-у-у. Ну, блин. У нас, с другой стороны, деньги — это сила. Давай, босс, мы тебя сейчас по-быстренькому уничтожим. Пожалуйста, по-хорошему только. Давай, ладно. Локи, Локи, здравствуй. До свидания. Так, ты тоже иди в пень. Вместе со своими червяками гребаными. За синее сердечко спасибо огромное. Так, ну что, теперь можно и деньги потратить на попрошайку. Даже можно ключи потратить. Кстати, вот так вот прекрасно.
Ну и чё? Давай, 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 делись. Делись. Делись хорошими вещами, товарищ. О, спасибо, HP up. Великолепно, уже хорошо. Так. С тобой можно вот так вот. Нет, с тобой нельзя так. Ключник. Давай, тараты. Вдруг ты нам родишь что-нибудь. Опа-на. Так, больше опций. Можно выбирать вещи на боссе, которые получим. В принципе, штука бесполезная достаточно, поэтому можно даже не обращать внимания. Тебя. Тебя мы тоже хером взорвем. О, троллированная бомба, не надо. Офигеть, сколько. Сколько мы с вами предметов понабрали, я просто в шоке. Так, здесь у нас ничего, точно. У босс у нас далеко. Но с другой стороны успеем накопить заряд на следующий уровень. А собираюсь я пойти к сатане на этот раз, а не в собор, как обычно. Потому что нужно за него проходить. Так, бомб у нас нету, к сожалению. А нужна. Нужна бомба по-хорошему. Прекрасно. Так, императрица, она, по-моему, еще больше урон повышает, да? Если я все правильно понял. Интересно, сколько у нас сейчас урона? Наверное, просто невыносимо дикое число. Ага, отлично. Здрасте, здрасте, ребята, здорово. Так, ну мы уже рядом. Так, почему-то нас не телепортировал сразу же. А, наверное, нас телепортируют, когда пол здоровья остается. Наверное, так. Думается мне. О, здорово. Не самые поганые враги. Так, гемостазис. Красненькие сердечки дают, которые нам... Ну, вообще нахрен не уперлись. Тут западляцкая комната с таким количеством какашек, конечно. Дерзко. Дерзко много их тут. Опа-на. Так, не надо. Идите вот в попу. Зашибись. Что, придется зачищать теперь, наверное, здесь все, да? Теперь, наверное, придется все тут зачищать банально. Гемостазис, блин. Херов гемостазис. Так, что за карта? Императрица. Которая нам вряд ли пригодится. В рифму. В рифму получилось. Так, зашибись. Давай, давай, давай. Иди ты. До свидания. Как-то мы справились, да, потихоньку. Ну чё, пошли к сатане. Не знаю, что получится. Ну, какая музыка веселая играет. Смерть. Не, мы уж с собой императрицу возьмем. И нам идти далеко. Нам очень далеко. По-по-по. Это на чем это мы урон получили с вами? Чё-то я не совсем понял юмор. Значит, лоханулся, надо было хрустальный шар по-другому использовать. Хорошо, вот так-то разделаем. Чё у нас тут? Давайте нам Balls of Steel. Это чё что? Больше здоровья. Великолепно. О, так, братики становятся больше. Братики стали еще больше. Защитная муха. Еще больше здоровья, вообще ништяк. О, великолепно. Все, возвращаемся тем же путем. Музыка просто шикарна. Да ладно. Что это такое? Еще одна защитная муха. Великолепно. Целый орел собрали. Теперь, чтобы получить урон, нужно постараться. Так, невидимые ублюдки, еще лазер. Что с вами сделать-то? Вот так вот. Кое-как сумели. Воу-воу-воу-воу-воу, опасно. Так, ну чё? Нет, синенькое сердечко мы не получили.
Копыта нам скорость повышать. Ну нет, мы оставим лучше при себе рак. Гуляй, Вась. Ать, спасибо. Опасные твари. Вообще жуткое место. Так, ну чё, используем? Давайте еще раз используем. Что за карта? Дьявол. Range up. Императрица пускай уж будет у нас. Ты чё такой быстрый? Это нереально. Не надо такой быстроты. Так, ну чё, давай тут попробуем. Тут попробуем. Не, ну а вдруг Balls of Steel попался бы, правильно же? Такой же может быть. А-тя-тя-тя-тя-тя-тя-тя-тя. Так, боишься? Еще эффект страха накладывается. Замечательно. Ну чё, привет, босс. До свидания. До свидания, ушлепки маленькие. Ну, гуляй, Вася. Так, еще одна фаза будет, если не ошибаюсь. Так, здесь тупо на месте стоять нельзя. Лучше по кругу бегать. Стрёмно. Стрёмно, ничего не скажешь. Все, готов. До свидос. Так, мы открыли маме нож. Отлично, вообще шикарно просто. И что это было такое? Не особенно понятно. Что ж, друзья, надеюсь, вам данный выпуск понравился так же, как и мне. Ставьте пальцы вверх, добавляйтесь подписчики. Всем спасибо за внимание и пока.